каждый заряжает по-своему. Итак, мы решили назвать свой Тёмыч. Тёмыч. Мы хотим видеть твой прямой взгляд на этот. Не падающий в землю, а прямой. Делай умное лицо! Да, делай умное лицо. Мы решили тебе не дарить деньги, потому что у тебя их так много. Да хуя! А почему все смеются? Почему все смеются? Завидуют! Мы решили не дарить тебе комплект женских комбинаций, потому что тебе не нужны. А мы решили подарить тебе номер художественной самодеятельности. Итак, группа United Sexy Boys, с нами Жора, Витек, Антон, Кирилл, все с нами. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Именно разница в возрасте привела нас к на этому названию United Sexy Boys, потому что разница в возрасте среди наших членов 60 лет не дает нам определенное имя здесь секси. Да. И все нас, и судя по членам, кто больше, кто United. Витек, Тёмыч. И мы хотим посвятить с нашим барабанщиком, Мы хотим посвятить эту песню твоей многозначительной работе. Поехали! Где печень? Я решил себе купить телефон мобильный, чтобы сенсорный дисплей и дизайн чтоб стильный. Денег на покупку нет, подписал контракт я, вот теперь плачу счета. Угадайте, с кем я? Роджер, не хватает силы. Роджер, оплатите билы, если захотите вдруг контракт прервать. Вам претензий департамент придется повоевать. В интернете я всегда лазию активно, телочек люблю смотреть, плюс качаю фильмы. Думал, подпишу контракт, буду экономить, а теперь вдвойне плачу. Угадайте, с кем я? Роджер, вы хватает силы. Роджер, оплатите билы, если захотите. С Роджерсом, конечно, придется повоевать. За годы новости со сток-эксчейндж и показы моды. Очень плохо было нам с простенькой антенной. Подписались на контракт, угадайте, с кем мы. Роджер, не хватает силы. Роджер, оплатите билы, если захотите вы контракт прервать. Претеншнс департмент придется повоевать. Я в стране самый экономный, у меня айфона нет и бюджет мой скромный. И тогда я валю слов от попойки долгой, делаю один звонок, я в телефонной. Контракты, как
контракт свой разорвать. Сапарян Артем вам будет подгибать. Если захотите контракт свой разорвать. Сапарян Артем вам будет подгибать. Woo!